Не, давай выпьем. Не, не буду. А что так? Ты прошлый это помнишь? Да. А я нет. Звоним таксисту. Ну, здравствуй. Я Алиса. Помнишь такую? Алло. Алло, ты меня слышишь? Чего? Я Алиса. Маршрут построен. Бросил трубку. Звоним еще раз. Какого черта ты бросаешь трубку? Это Алиса, которую ты постоянно посылаешь нахер. Помню? Вспомнил? Это шутка, что ли, какая-то? Это не шутка. Я просто не могу общаться с тобой нормально, когда ты с людьми. Решила тебе позвонить. Офигеть! Вот эта технология, до чего техника дошла? Шутки в сторону. Давай серьезно. Когда ты перестанешь мне грубить? Это не прикол. Это я, Алиса. Я еще раз тебя спрашиваю. Когда ты, сука, перестанешь мне грубить? И на... Блин, все, я походу завязываю пить, бухать. Это все, это клиника, чуваки. Алиса мне звонит. Алиса, прости. Я тебя прощаю. Давай уважать друг друга. Иначе я буду заводить тебя в какую-нибудь жопу. Понял? Хорошей работы. Пока. Сударыня, скажите, пожалуйста, что могут набить в дагестанском тату-салоне? Ха, чё, ебальник. Ой, и за что Бог послал такую жену моему сыну? За ваши грехи. Только, блядь, можно еще въебывать на свою машину? Какой-то, блядь, это пиздец! Да пошла ты нахуй! Черный дым или запах пыли? Ты на кайфах? Блядь! Схуяли тишина такая!